Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, мы продолжаем играть в мою кофейню. И сегодня мы выполним второй квест для того, чтобы получить 26 уровень. Пройдем 25 уровень до конца и посмотрим, что у нас будет интересненького. Так, давайте, друзья, начинать. Пообщаемся с Татьяной. А, ну здесь она нам предлагает золотой подарок, это нам не очень интересно. И здесь же еще у нас есть... Алиса, давайте с ней попробуем пообщаться. Алиса, как дела? Ой, сердечко так колотится, словно сейчас из груди выскочит. Вы его любились? Да, его зовут Харли. А как же Прокофий? А, Прокофий не против, он же мне его подарил. Такого крутого мотоцикла у меня в жизни не было. Да и в принципе мотоциклов не было. Будь в моя воле, я бы с него вообще не слезала. Вы поосторожнее гоняете на вашем Харли. Так я не гоняю, я его вообще не завожу. Сяду на него и сижу. К риску нужно привыкать постепенно. Окей, отлично. Но кто-то должен быть еще, наверное, Прокофий. Здрасте, Прокофий, что нового? Да вот, кредит оформлять собираюсь. Хотите что-то построить? Да, семью с Алисой. Хочу подарить ей что-то роскошное. Перед тем, как сделать предложение, телефон с бриллиантами или бриллиант размером с телефон. Окей. Так, может быть, кто-то еще? Угу, вижу. Так, что новенького, Маргарет? Да вот выбираю, чем бы заняться вечером с Карлом. То ли аттракцион с пираньями организовать, то ли свадьбу снова сыграть. Окей. Что же вы на меня так мучаете? Дайте квест. Так, Лукас, Татьяна говорит, что пустители ведут себя странно. Да, было такое. Для меня люди всегда ведут себя странно и нелогично, но раз вы говорите, что что-то происходит, значит так и есть. И как понять, что происходит? Давайте применим научный подход. Задайте 5 посетителям одинаковые вопросы, потом проанализируем их ответы и попытаемся сделать выводы. А что спрашивать-то? Куда они ходили в последнее время, что ели и пили за последние сутки, что... Кто запутывает наушники в карманах? А при чем тут наушники? Это контрольный вопрос, который оценит адекватность подопытных. Это как? Ну, если они начнут говорить, что наушники запутывают карманные гномики, значит, они не могут логически мыслить. И у нас большие проблемы. Надеюсь, до этого не дойдет. Посмотрим. А для чистоты эксперимента скажите им, что это опрос для изучения их предпочтений. Поговорите с Биллом, Петровичем, Ватсоном, Фелицией и Оливией. Окей. Давайте пообщаемся. Итак, Билл. Так, Билл, ответьте на несколько вопросов. Это опрос, чтобы сделать кофейню лучше. Хорошо, только побыстрее, пожалуйста, меня Мэри ждет. Билл, куда вы ходили в последнее время? Ну, я недавно по Мордору путешествовал, но кольцо в вулкан бросить не успел, проснулся. А так бывает только дома и в кофейне. Билл, что вы ели или пили за последние сутки? Заказал ваш фруктовый холодный чай, и меня как будто ледяной молнией ударило. Я просто обомлел от такого, какая Мэри красивая. Почему именно ледяной молнией? Во-первых, потому что это мое любимое заклинание в играх. Во-вторых, потому что чай на самом деле был очень холодным. Последний вопрос, кто запутывает наушники в карманах? И могу предположить, что они запутываются сами. Спасибо за ваши ответы. Так, ну с Биллом вроде все нормально. Петровича давайте помочь. Ответьте на несколько вопросов. Это опрос, чтобы сделать кофейню лучше. Отчего же не помочь? Спрашивайте. Я даже обещаю ни одной шуточки про спиртное не обронить. Петрович, куда вы ходили в последнее время? На работе. Был в боулинге, был в библиотеке, не был. К вам вот забегаю раз в день обязательно. Петрович, что вы ели или пили за последние сутки? Капучино с мускатом, льдом и шоколадом. Лед. Угу. Кто запутывает наушники в карманах? А как их запутаешь-то? Они же большие и жесткие. Я их на голове ношу, когда с отбойником работаю. Без них оглох бы давно. Спасибо за ваши ответы. Здесь у нас есть еще один пункт. Давайте его попробуем задать. Как дела, Петрович? Да что-то грустно. Мне хочется женского внимания. Все, что у меня есть, отбойный молоток. У нас много посетительниц. Поговорите с кем-нибудь. Так они либо молоды совсем, либо Маргарет. А хочется поговорить со взрослой, понимающей женщиной. Так все-таки поговорите с Маргарет. О, нет. Не настолько понимающий, да и Карл не поймет. Так поговорите с Фелицией. И как мне это раньше в голову не пришло? Спасибо за совет. Окей. У Билла тоже, кстати, был какой-то вопрос. Как у вас дела, Билл? Наша с Мэри любовь теперь левелапнулась. Да вы что? Мы перешли на новый уровень в наших отношениях, обменялись паролями от телефонов и соцсетей. Окей. Так, давайте посмотрим, кого еще нужно. Ватсон, Фелиция, Оливия. Ватсон.
Как служба Ватсон, честно говоря, так себе. Сделал отчет за неделю и потерял. Так что же вы сидите, нужно его найти? Что найти? Отчет, который вы потеряли? Так я его уже нашел и отправил. Разве я вам не сказал? Нет, Ватсон, что с вами? Извините, но в последнее время я жутко рассеянный. Все время думаю только об Оливии. Окей. И давайте еще раз с ним поговорим. Ответьте на несколько вопросов. Это опрос, чтобы сделать кофейню лучше. Всегда к вашим услугам. Ватсон, куда вы ходили последнее время? Был на дежурстве, потом по городу прогулялся, а теперь к вам забежал. Ватсон, что вы ели и пили за последние сутки? Фраппе, вкуснейшая штука, я вам скажу, без корицы, конечно, зато со льдом, друзья, лед. Кто запутывает наушники в карманах? Маленький карманный запутыватель наушников. Вот черт, в голове шутка звучала лучше. Спасибо за ваши ответы. Так, Фелиция, да, у нас еще была? Фелиция. Где же ты, Фелиция? Вот. Так. Ответьте на несколько вопросов. Ну, не, давайте первый пункт попробуем. Что скажете, Фелиция? Он прекрасен, как я раньше этого не звучало. Моя жизнь разделилась на до и после. Я теперь жить без него не могу. Это вы о каком-то мужчине? Причем тут мужчина? Я об этом жакете в журнале. Окей. Ну и давайте спросим ее по делу. Так, это очень правильно, что вы исследуете свою аудиторию, спрашивайте, отвечу на все ваши вопросы. Фелиция, куда вы ходили последнее время? Недавно была в издательстве, потом на показе коллекции и уличной моды. Жуть, что будут носить в следующем сезоне. И к вам в кофейню периодически захожу. Фелиция, что вы ели или пили за последние сутки? Айс, ледовый, латте. Кто запутывает наушники в карманах? Без понятия, я бы скорее задалась вопросом, кто прячет в самый низ женской сумочки все нужные вещи. Спасибо за ваши ответы. И у нас еще осталась Оливия. Все это хорошо, только ее надо найти. Ага. Как у вас дела, Оливия? Бывало и лучше. Вы случайно не замечали подозрительных незнакомцев в последнее время? Нет. А мне кажется, словно в общем за мной кто-то следит. Вы уверены? Не знаю, возможно, мне просто показалось немного странно сегодня себя чувствую. Окей. Ну и зададим традиционный вопрос. Ответьте на несколько вопросов. Это опрос, чтобы сделать кофейню лучше. Обычно я не заполняю все эти анкеты, опросы и все такое. Но вы другое дело. Спрашивайте. Оливия, куда вы ходили в последнее время? Сегодня хотела в кино сходить, но побоялся остаться с незнакомцами в темном зале. Сижу, вот теперь у вас собираюсь духом, чтобы домой пойти. Оливия, а что вы ели и пили за последние сутки? Только бодрящий чай. Хотелось бы чего-то холодного, чтобы прийти в себя. Кто запутывает наушники в карманах? У меня они беспроводные, поэтому они не запутываются, а теряются постоянно. Спасибо за ваши ответы. Так, ну что, мы получили ответы, и теперь, наверное, нам нужно будет с кем-то еще пообщаться. С Лукаса? Да. Давайте с Лукасом пообщаемся. Посетители ответили на ваши вопросы про карманы гномиков, только Ватсон попытался неудачно пошутить. Отлично, одной проблемы меньше. А что совпало в ответах посетителей? Так, они все были в кофейне и пили напитки со льдом. Напитки со льдом, но этого не может быть. Почему не может быть? Мы давно их подаем. Да, я не в том смысле. И симптомы совпадают. Как же я сразу не догадался? Вы про что? Объясните понятней. Мне недавно удалось синтезировать так называемое зелье любви. Хотя правильно было бы назвать его... Ой, пускай лучше будет зелье любви. Как скажете, по виду оно напоминает кубики льда и хранится в холодильнике у меня в лаборатории. Зелье в виде льда. Да, мне пришлось его заморозить. При комнатной температуре зелье превращается в газ и мгновенно воздействует на любой организм. Как именно оно влияет на человека? Значительно усиливает эмоции. Видимо, поэтому посетители ведут себя странно, а не под действием зелья любви. А вы уже проверяли его на людях? Нет, но я тестировал на мышах. И что показали тесты? Он не ядовитый, очень действенный, одна пара мышей уже стала жить вместе. Хотя до этого они явно застряли во френд-зоне. Наши посетители тоже повлюбляются друг в друга и станут жить вместе? Скорее всего, нет. Зелень не заставляет влюбляться, а лишь усиливает те чувства, которые уже есть, даже неосознанные. Каким образом зелье попало к посетителям? Я ничего не приносила, кроме меня доступ в лабораторию есть только у Гендри. Значит, вам нужно поговорить с ним, а я пока проверю оставшийся лед в вашем холодильнике. И примите 5 алмазиков за беспокойство. Окей. Ну, давайте попробуем пообщаться с Гендри. Итак, Гендри, как у вас дела?
Отлично, я на страже, ко всему готов. А что должно случиться? 100% всегда с кем-то что-то случается. А я всегда начеку, только свистните, я появлюсь. А вот даже Лукусу помог в лаборатории порядок навести. Окей. Видимо, наверное, он что-то там накосячил. Генри, вы случайно лед в кофейню не приносили? Было дело, Лукас столько этого льда наморозил, что в холодильнике места вообще не осталось. Вот я и принес вам немного. Жалко было выбрасывать. Спасибо, конечно, но это не обычный лед, а новый препарат Лукаса. Тот, я думаю, вкус у кофе не такой, как всегда. И что это за препарат такой? Лукас утверждает, что это зелье любви. Оно усиливает эмоции. Ведь верно, все вокруг странно какие-то. Ну, с другой стороны, в истории много раз случайности, даже ошибки приводили к открытиям. Знаете, как изобрели шоколадную пасту? Нет, расскажите. Однажды у знаменитого кондитера Пьетро Феррера все шоколадные конфеты слиплись в бесформенную массу из-за жары. Вместо того, чтобы выбросить свой товар, он намазал его на хлеб. А что еще изобрели случайно? Микроволновку, чипсы, кукурузные хлопья, пенициллин, тефлон и кучу других полезных вещей. Не приносите больше ничего из лаборатории. Обещаю впредь быть поосторожнее. Хотя теперь я там меньше бывать буду. Почему это? Оливия серьезно тревожна тем, что за ней кто-то следит и попросила меня помочь. А вдруг это просто реакция на зелье любви? Об этом я как-то не думал, но с другой стороны, за ней на самом деле могут следить. В таком вопросе лучше проверить все самому, чтобы потом не корить себя всю жизнь. А как же ваша работа с Лукасом? Он пока и сам справляется. Скажите ему, пожалуйста, что я буду помогать Оливии. Окей. Так, ну что, Лукас у нас убежал, придется его подождать. Через некоторое время вернемся. Итак, друзья, мы возвращаемся к Лукасу с известием о том, что у нас некоторые проблемы есть. Так, что теперь будет с посетителями? Все, зелье я отнес обратно в лабораторию, а у тех, кто уже выпил, действие препарата закончится само собой. Теоретически, а практически? А практически неизвестно. Не было еще такого. На всякий случай попытаюсь синтезировать противоядие, а Генри пусть займется оформлением патента на это зелье. Ой, а Генри просил передать, что занят и помогает Оливии. Ей кажется, что за ней кто-то следит. А она пила зелье любви? Может, это эффект от него? Да, пила, но Генри сказал, что все равно нужно проверить, следят ли за ней. Понятно. Но без помощи мне не обойтись. Препарат нужно запатентовать, пока его не синтезировал кто-то еще. А пускай тогда Ливи поможет вам. Было бы неплохо. Уговорите ее, пожалуйста, помочь мне с оформлением документов. Обещаю, что как только зарегистрирую патент на зелье любви, сразу подарю вам золотой подарок. О, это круто. Ну что, давайте пообщаемся с Оливией. Ага, все было бы просто, если бы Оливия у нас была здесь. Но так как был небольшой перерыв, и посетители только начинают заходить в наше кафе, нам придется некоторое время подождать Оливию. Сейчас я посмотрю вообще, что можно еще сделать. Ага, здесь у нас с вами все собирается. А здесь пока еще ничего нету. Ну, придется некоторое время, видимо, наверное, подождать, если Оливия не появится с секунды на секунду. Итак, друзья, вот и Оливия. Давайте с ней пообщаемся. Лукас, нужна ваша помощь. Ой, я в органической химии мало что понимаю. Вот если бы помощь была нужна с патентами, да. Пока Генри проверяет, если слежка за вами, вы оформите патент на зелье любви. Хорошо, я помогу Лукасу. Сейчас допью кофе, подготовлю все необходимые документы и пойду оформлять бумаги. Окей. И это хорошая новость, но, наверное, нужно будет поговорить попозже с ней, когда все будет сделано. Ох уж эти бюрократы. Ну да ладно, друзья, нам придется подождать в очередной раз. Итак, друзья, давайте вернемся к Оливии и узнаем, что она нам скажет. И вы зарегистрировали патент на зелье любви? Нет, все пропало. Что пропало? Кошмар. Что я теперь Лукусу скажу? Да что случилось-то? Мне нужно взять себя в руки, пока дело не дошло до истерики. Угостите меня, пожалуйста, малиновым тортом. Ягодка с тапиокой, и я все внятно расскажу. Окей. Тапиоки. А, есть, отлично. У нас есть тапиока, друзья. Сейчас мы закрафтим все это. Итак, малиновый торт у нас есть. Давайте ее угостим. Вот ваш малиновый торт. Документы. Я с утра проснулся. Нет, ни документов, ни кейса, в котором они лежали. Украли прямо из дому. Наверняка это сделал тот, кто за мной следил. Нужно рассказать Лукасу. И написать заявление в полицию, чтобы дело дали ход как можно быстрее. Я побегу в полицейский участок, а вы поговорите, пожалуйста, с Лукасом. Окей.
Итак, друзья, вот пришел Лукас. Давайте с ним пообщаемся. У Оливии украли все документы по патенту вместе с кейсом. Кейс жалко. Надеюсь, он недорогой? Не знаю. А разве вас не волнует, что пропали документы по вашему изобретению? Не очень, ведь я сделал копии. Как думаете, кто мог украсть кейс? Наверное, нужно спросить Генри. Может быть, он что-то видел? Точно, он должен был проверить, преследует ли кто-то Оливию на самом деле. Возможно, у него есть зацепка. Окей, давайте пообщаемся с Генри. У Оливии украли документы. Кто-то залез к ней прямо в дом. Не может быть, я всю ночь дежурил возле ее дома. Ты и мышь. А там и мышь пробежать не могла. Не то, что преступник. Тем не менее, у Оливии уже пошла в полицию подавать заявление о краже документов. Странно. Оливия, наверное, что-то перепутала. Кстати, Ватсон тоже видел, что в дом Оливии никто не заходил. Только случайно, только не говорите, что он случайно мимо проходил. Проходил. Не совсем случайно. Все это время именно Ватсон следил за Оливией. Но зачем это он делал? Наверное, он окончательно влюбился в Оливию из-за изделия любви. А из всех способов ухаживания выбрал слежку. А потом заметил меня, не узнал в темноте и решил, что Оливию угрожает опасность. И чем это закончилось? Мы кружили вокруг дома в потемках, выслеживая друг друга. Но потом включили вечерние фонари. Мы сказали хором: «Так это ты?» Объяснились и стали наблюдать за домом Оливии вместе. Но кто-то же забрал документы. Да, странная история. Спросите у Ватсона, что Оливия рассказала ему. Может быть, у него появилась зацепка? Окей, давайте с Ватсоном поговорим. Оливия заявляла о пропаже документов, да, прибежала взволнованно и говорила, что их украли у нее прямо из дому. Ее, конечно, успокоил, сказал, что мы с Генри следили за домом, никто к нему подойти не мог. И что на это сказала Оливия? Что она что-то напутала и документы не украли, а она их где-то оставила, потеряла, в общем. Что вполне может быть, так как она перенервничала из-за слежки, зелий и прочной фигни. Так это же вы за ней следили и заставили нервничать. Честно говоря, я себе оправдания найти не могу, кроме как действия зелья. Я уже извинился перед Оливией несколько раз и надеюсь, что она меня простит. А как же пропажа документов? Разберемся. Для начала поищем места, где она могла их забыть. Поговорите с самой Оливией, вдруг она вспомнит что-то полезное. Окей. Так, друзья, ну это уже прям получает серьезный какой-то оборот дела. И сейчас, видимо, у нас будет с вами большое какое-то расследование. Где же у нас Оливия? Оливия-то у нас ушла в полицию. Она должна прийти и нам все это рассказать. Видимо, придется некоторое время подождать. Так, итак, друзья, вот у нас пришла Оливия. Давайте мы сейчас с ней пообщаемся. Оливия, вы сказали, что документы украли? Да, конечно, похитители уже нашли. А Ватсону вы сказали, что вы их потеряли. Что из этого правда? Я, скорее всего, забыл их где-то. Может, даже у вас в кофейне. В кофейне у нас точно ничего не находили. Да я не помню. И вообще документы были неправильные. Вы же сами их оформляли вместе с Лукасом. Как они могут быть неправильными? Ой, мне все в голове перепуталось. Никак не могу привести мысли в порядок. Это все из-за зелья любви. Спросите у Лукаса, есть ли у препарата побочные эффекты. Так, ну давайте пообщаемся. Лукас, у вашего зелья любви есть побочные эффекты? Нет, ни одного замечено не было. Оливия утверждает, что есть из-за зелья. Она не помнит, где оставила ваши документы. Она же говорила, что их украли. Да, теперь утверждает, что потеряла их или забыла где-то. Да что вы, интересно, а что она еще говорит? Еще почему-то сказал, что документы неправильные. Ха, понятно. Что и следовало ожидать? Чего ожидать? Кажется, вы в курсе того, что на самом деле происходит. В целом, да, установите, пожалуйста. Окно «Золотой дракон». Устроимся с комфортом. Я скажу вам все, что знаю. Окей. Ну-ка, давайте-ка еще раз. Мы установили то, что вы попросили. Рассказывайте, что случилось с Оливией и пропавшими документами. Итак, Оливия взяла документы, потом прибежала и сказала, что их украли. Потом внезапно она сказала, что их потеряла. Какой мы можем сделать вывод? Так, Оливия куда-то делала документы, но не хочет говорить куда. Да, а путанные показания Оливии говорят о том, что она сама куда-то их делала, но боится говорить куда. Ой, вы же так и сказали, у вас дедуктивный талант. И куда она могла деть эти документы? Подозреваю, что она с самого начала пыталась их выкрасть и продать кому-то, поэтому она отвлекла Генри и очень ловко согласилась помогать мне с оформлением. Вы так спокойно об этом говорите, она же могла продать ваше изобретение.
Я догадался, что она пытается выкрасть зелье любви, и отдал ей совсем другие документы. Оливия плохо разбирается в органической химии и не заметила подмены. Что случилось дальше? Я точно не знаю. Видимо, Оливия не смогла продать документы, иначе она бы получила больше денег и была бы сейчас очень далеко. И последний вопрос. Как вы догадались, что Оливия хочет вас обмануть? Я заметил, что у всех зелье любви вызвало положительные эмоции, и только у Оливии отрицательные. Значит, ее что-то очень беспокоило. Потом она устранила Генри, заняла его место. Она явно затевала аферу. Однако против Оливии нет прямых улик. Как заставить ее рассказать правду? Как раз для этого случая я изобрел эликсир правды. Если она выпьет его, то все расскажет, а если откажется пить, то подтвердит, что ей есть что скрывать. Этот эликсир лишает человека воли и заставляет говорить правду. Вообще-то это обычное молоко, но если вы поверили, что я могу изобрести эликсир правды, то Оливия поверит. Сработает эффект плацебо. Так, звучит разумно, так и поступим. Ну что, теперь нам нужно дать его Оливии, наверное. Да, предложить Оливии выпить эликсир правды. Ну, давайте попробуем так и сделать. Где она у нас? Вот она у нас ходит. Оливия, мы наконец можем узнать, что случилось с украденными документами. Нет, то есть я хотел сказать, давайте узнаем. А как? Лукас только что изобрел эликсир правды. Выпейте его и расскажите сами. Я не буду. Ох, понятно, я теперь окончательно себя выдала, да? И вам все известно. Рассказывайте свою версию. Понимаете, мне очень нужны деньги. Много денег. И я решил их получить благодаря изобретениям Лукаса. Они же стоят очень дорого, если найти покупателя. И что вы сделали? Я спрашивал его о новых изобретениях, и он всегда рассказывал, потому что совсем не умеет врать. Когда я узнала, что он готовит зелье любви, то поняла, что пора действовать. И что потом? Я нашла одну корпорацию. Они заинтересовались этим зельем, обещали за него большие деньги. Когда я все узнала, что зелье готово, а мы все узнали, что оно готово, я отстранила Генри, забрала документы и отдала корпорации. На этом все? Нет. Потом случилось страшное. Корпорация ничего не заплатила мне за документы. Они поняли, что формула другая. Как они это поняли? Вместо зелья любви у них получились мыльные пузыри. Много мыльных пузырей. Вся их лаборатория до сих пор пузырится. Работать невозможно. И последний вопрос. Зачем вам были нужны деньги? Мне так стыдно. Я воспользовалась вашим расположением и дружбой ваших посетителей для достижения личных целей. Меня оправдывает только то, что я сделала это не ради себя. Так, припоминаю, что у вас племянница болеет. Да. Ради племянницы. Мы с ней попали в аварию, когда она гостила у меня. Я была за рулем, уставшая после долгих заседаний. Какой ужас. И вы с племянницей пострадали. У меня ни царапины не было, а вот у племяшки был поврежден позвоночник. Врачи обещают, что после операции он практически полностью сможет восстановиться. Но такая операция и курсы реабилитации стоят очень дорого. Так, ну что, сложно судить, пока не окажешься в такой ситуации. Никому не пожелаю оказаться на моем месте. Мне так стыдно, я знала, что поступаю ужасно по отношению к людям, которые мне доверяют. Но любовь к племяннице и желание ей помочь перевесили доводы разума. Понятно, и что будете делать теперь? Корпорация мне не заплатила, теперь мне снова нужно искать деньги. В этот раз уже без всякого мошенничества. Вот это правильное решение. Расскажите, пожалуйста, все это Лукасу, я пока не могу собраться с духом и поговорить с ним. И примите от меня 25 алмазиков в качестве извинения. Спасибо, ваше извинение принято. Давайте пообщаемся с Лукасом. Так, Оливия пыталась продать документы корпорации, чтобы получить деньги на лечение племянницы. Понятно. Что-то подобное я и предполагал. Когда я увидел в новостях лабораторию корпорации, которая превратилась в огромный мыльный пузырь, то понял, что мой план сработал. Злитесь на Оливию. Вы знаете, нет, на нее я зла не держу, она научила меня быть еще более осмотрительным. Слушайте, Лукс, вы же всегда говорите правду. Да, так и есть. Как же вам удалось провести Оливию? Не обязательно лгать, чтобы обхитрить человека. Достаточно иногда просто промолчать и позволить ему сделать ошибочные выводы. Получается, что самый правдивый наш посетитель смог обвести вокруг пальца хитрого и умного адвоката. Получается так. Но я для себя решил, что гордиться тут особо нечем. Приберегу это чувство до получения Нобелевской премии. Надеюсь получить ее за зелье любви. Так вы все-таки оформили патент на него?
Да, как оказалось, это не так уж и сложно. Если, конечно, не отвлекаться на эксперименты. И обещание я свое помню. Вот ваш заслуженный золотой подарок. Окей, отлично, друзья. Это то, что нам нужно. И еще нам дали очков. И, друзья, удивительно, мы получили с вами следующий 26 уровень. Этот уровень оказался очень коротким, можно было бы его сделать в одну серию. Что мы получили? Давайте посмотрим. Бра, стул Млечный Путь, стул Окфорд и барная стойка Млечный Путь. Но это не для нас. А что же получилось у нас? Давайте-ка посмотрим. Так, в китайском стиле. Что же у нас получилось? Должно быть много всего интересного. Ну, 6 позиций, по крайней мере. Так, вот они. Стол для официантов, нефрит. Мы его можем даже сразу с вами сейчас поставить. Вот сюда. Есть. Отлично. Что еще? Барная стойка. Это у нас все есть. Вот, стул нефрит. Ну, давайте, наверное, поставим стульчики. В общем, короче, теперь у нас полный комплект нефритовой мебели, ну, наверное, будет. А нет, нужно еще будет столы поменять и прочее. Ну, я так думаю, что, наверное, на все-то у нас денег не хватит, но смотреться стало достаточно интересно. Хотя в желтом цвете мне намного больше нравилось. Все. Сейчас все с вами поменяем. Так, осталось еще пара стульев. Раз. И последний стул. Готово. Есть. Еще пара столов, наверное. Да, столик на двоих у нас есть. Давайте, наверное, возьмем столик на двоих. Вот этот вот. Отлично. А вот эти, наверное, появятся потом. О, кстати, есть еще окно нефрит. Давайте, нет свободного места. Надо расширить кофейню или убрать некоторые предметы на склад. Так, давайте уберем. Вот это. И вот это. Есть. Да. И давайте добавим окно нефрит. О, кстати, прикольно стало смотреться. Раз. И второе окно. Два. Есть, круто. Так, что у нас еще осталось из нефрита? Украшение на стол. Ну, вот эту фигню я, в принципе, не ставлю. Хотя можно, по вашему счету, поставить будет. В будущем у нас, наверное, пол появится еще. Да, будет, смотрите, будут еще столики. Но это уже на 27 уровне. И менюшка будет. А пол и стены... Странно, это уже следующие, это с 31 уровня пойдут. Это не так интересно. Подождите, а пол, наверное, мы уже поставили. Сейчас посмотрю. Странно, нету пола нефритового, получается. Наверное. Или же оно у нас уже используется. Да, скорее всего так. Ну, давайте посмотрим, что у нас еще есть. В французском стиле у нас появилось. Сейчас посмотрим, что получилось. Можно было бы сразу раз к концу, к свеженькому. Ну, тоже вот стол официантов у них появился. Окна прикольные. Дальше давайте смотреть. Северное сияние. Камин прикольный. Вообще по дизайну здесь, конечно, очень классные вещи. Ну, тоже здесь у них стойки появились и прочая фигня. Так, давайте в стиле лофт посмотрим. Ух ты, смотрите, какие стол для официантов. Вау, блин, вообще классно. Надо будет потом, когда будет много денег, поэкспериментировать. Ну, здесь мебель появилась, доска появилась и столик для двоих. Скандинавия. Отлично. Американская ретро. Это все старые вещи. Вот. Тоже, кстати, классно. Все здорово сделано.
И последний английский стиль. Здесь больше всего появилось вещей. Давайте попробуем добраться до самого конца. Посмотрим, что у нас на 26 уровне здесь появляется. Угу. Ну, здесь столики появились. Английский, на мой взгляд, на мой вкус, самый неинтересный, самый скучный такой стиль. Конечно, лофт мне очень нравится. Ну да ладно, друзья, мы уже начали китайское так и делаем китайское все. Так, ну и, наверное, мы еще с вами, знаете, что посмотрим? Посмотрим, что у нас в банке есть. В банке есть у нас вот декор вишни здесь продается. И продается стильная кофемашина латте на две чашки. Было бы, конечно, неплохо ее получить, но мне, к сожалению, всего лишь 855 алмазиков, а она стоит 980. Обидно, но других вариантов здесь, к сожалению, нет. И посмотрим на текущий момент, какой у нас получается процент чаевых. 1127.19 чаевых. Вот такая вот, друзья, ситуация. Затем все. Приходите еще. Будет много всего интересного. Всем пока-пока.